Это Олеся. Смотри, как она умывается. Смотри, умывается. Она как писечком умывает. Всем привет. Мы на канале Планета Алис. А это кто у тебя, Алис? Зайчик. Зайчик. А как его зовут, зайчика? Ребекка. Ребекка зайчика зовут. Ну что, будем зайчика дрессировать нашего сегодня? Да. Давай покажем ребятам, как мы дрессируем зайчика. Ну пусти его на диванчик пусти ее. Давай, мы будем ее дрессировать и снимать сейчас, как? Как? Опа, она даже без всякой дрессировки уже проходит в домик. Она игрушки смотрит. Мы специально понаставили игрушек, чтобы ей было поинтереснее и повеселей. Давай объясним. Значит, Алис, как мы будем дрессировать? Мы будем брать кусочки яблочка или травку, ее любимую, клевер. Да. И будем ее просить пройти, например, в домик или еще что-то сделать. Давай-ка. Давай, вот здесь у нас есть для Ребекки клевер. Вот такой вот травка. Это ее любимая травка и яблочки. Но не нужно давать все сразу, нужно давать по кусочку и просить ее что-то сделать. Давай, полезай на диванчик, мы попросим ее сначала в домик проходить, да? Давай. Подожди, она сейчас придет. Давай, Ребекка, иди сюда. Иди сюда, моя хорошая, заходи в домик. Смотри, что есть. Смотри, давай, проходи в домик. Проходи в домик, давай, проходи, не бойся. Тише, тише. Это я хочу. Давай, держи. Ребекочка. Ребекочка, проходи в домик. Смотри, Ребекка, на. А теперь проходи сюда. Проходи, проходи, получишь еще. Умничка, молодец. Она прошла в домик. Подожди, пусть кушает. Еще хочет сейчас. Еще будет, моя хорошая. Так, давай попробуем в другую сторону ее теперь. Она меня щекотала. А в другую она сама залезла. Смотри, оп, так. Ой, она еще ищет. Она еще ищет. Мы сейчас еще дадим. Ребекка, сюда иди. Смотри, что есть. Подожди. Давай. Нет. Иди сюда, Ребекка, смотри. Давайте попросим ее встать на задние лапки. Ребекка, смотри, яблочко. Ты любишь яблочко? Ах, она у меня забрала. Ты какая хитруля, так не пойдет. Давай-ка встанем на задние лапки. Давай покажем, как мы умеем хорошо на задние лапки. Давай, моя девочка. Она ищет у тебя яблочко. Иди сюда, Ребекка. Ребекка, ну давай вставай на лапки, давай вставай, моя девочка, ты умеешь, вставай. Вставай на лапки, давай, вставай. Ой, вот она моя умница, вот она моя хорошая девочка. Давай-ка вставай, вставай на лапки. Давай, вставай. Чуть-чуть приподнимай, чтобы она вставала за тобой. Ребекка, давай, моя хорошая, давай. Ребекка. Поскакала куда-то Ребекка. Ребекка, ты куда? Ребекка, тут ляпочка. Ребекка, тут ляпочка. Ищет. А давай тогда, подожди, давай. Покажи, она, наверное, потеряла его уже. Покажи. Не забирай, давай. Забирай, да. И с клевером она хорошо слушается. Оп, проскочила в домик. Давай, чтобы она шла. Проходи в домик. Молодец. Все, дай, она прошла в домик. Можно дать травку теперь. Молодец, Ребекка. Так хорошо прошла в домик. Ребекка, заходи в домик. Смотри, она сама зашла, видишь? Молодец. Она уже понимает, что значит заходи в домик. Умница девочка, умница. Хорошая девочка. Молодец. Давай теперь на лапки вставать. Давай, теперь будем на лапки вставать. Ну-ка, как ты умеешь? Давай-ка танцевать будем. Как Ребекка танцует? Как у нас Ребекка танцует? Покажи. Ну, покажи, моя красавица. Ты же умеешь хорошо. Эй. Смешнулька. Кто забрал у мамы все весь клевер? Ах, ты хитруся какая. Она просто так опять все слопала. Ну ты посмотри, какая бессовестная девочка. Она очень хочет скушать хвостик от подушечки. Хвостик от подушечки кушать не надо. Нужно кушать травку. Иди сюда. Смотри, давай, иди.
Давай, теперь будем вставать потихоньку. Давай, давай, как угодно. А, чуть-чуть. Опять забирает. А вставать, Ребекка, а вставать? Ну, лапусик, давай вставать. Давай вставать. Давай на ножки. Укусила? Оп, проскочила в домик. Ребекка, вот она, Ребекка, вот она. Подожди. Давай, заходи в домик, заходи. Заходи в домик, моя хорошая. Я хочу. Хорошо, держи. Заходи. Заходи еще. Давай, зайка, давай. Заходи, заходи. Смотри, вот сюда, вот сюда. Смотри, вот. Давай здесь возьми. Вот она, умничка. Пришла в окошко покушать, смотри. Ку-ку, Ребекка. Ку-ку, Ребекка. Ага, нашла, нашла. Ах ты, какая хитруля маленькая. Еще ищет. Еще ищет, да? Еще ищет. Хорошая зайка, хорошая зайка. Смотри, давай сделай ее пройти в домик. Молодец, все, прошла, теперь отдай ей травку. Молодец, девочка, прошла в домик, молодец. Давай, она еще кушает. Ну что, хорошая зайка. По-моему, ты уже наелась, хитрулечка, а? Мы тебя, наверное, слишком рано накормили. Ну, иди сюда, моя хорошая. Ладно, на сегодня хватит. Ты была умничка, хорошо проходила в домик. На сегодня мы тебя уже достаточно подрессировали. В следующий раз еще будем, да? Кушай, моя хорошая, кушай. Камиль, еще и вот тебе тоже. Ну, подожди, пускай яблочко сначала покушает, потом клевер. Кушай, хорошая, кушай. Молодец, девочка. Хорошая, Ребекка, хорошая. Погладь ее, погладь ты. Хорошая девочка. А, мама моя хорошенькая. Угу. Ну, вот видишь, кушает Ребекка. Ну что? Ой, она тоже хочет. Ну, Пеппа тоже хочет, да. Но подожди, не всех сразу. На, моя хорошая, кушай, кушай, так, кушай. На сенте отдам, на сенте отдам. Всем пока. Подпишись на канал Планета Алис. Ставьте лайк. Всем пока. Тихонько, тихонько. Вот, всем пока. И теперь я себе кушаю. Вот, но Пеппу мы пока не дрессируем, она слишком боится. Она, мы просто потихоньку приучаем ее к рукам, да? Кушай, кушай, моя хорошая. Кушай, Пепочка. Кушай, красавица. Давай. Кушай яблочко, не бойся, кушай. Вот, ее нужно понемножку брать и приучать. Она уже не убегает, когда ее берешь. Но она еще не очень освоилась. Она еще немножко побаивается. Свинки очень пугливые вообще-то существа. Не такие, как зайчики. Они поэтому гораздо дольше привыкают. И дрессировать, конечно, еще посложнее. На, моя хорошая, кушай, не бойся. Кушай яблочко, кушай. Кушай, моя умница, вот она кушает. Кушай, Пеппа, кушай. Подожди, Алис, подожди, она кушает. Вот, она, видишь, из рук кушает. Значит, она уже тебя не боится, она уже тебе доверяет, смотри. Главное, не шуми сильно рядом с ней, потому что свинки очень не любят шум. Нужно с ними очень потихонечку. Кушает, кушает. А можем на бандюшать? Сидеть. Боится. Не бойся, Пепочка, не бойся, моя хорошая. Не бойся, никто тебя не обижает, не бойся. На еще яблочко, подожди. Подожди, Алис, я попробую, чтобы она пришла. На, Пеппа, не бойся, смотри, это яблочко боится. Не бойся, моя девочка, ну не бойся.
Давай потихоньку. Смотри, она тебя уже меньше боится. Видишь? Кушай, не бойся, моя хорошая. Кушай яблочко. Ну, кушай, вкусно. Молодец, хорошая, хорошая девочка. Да. Смотри-ка. Она один кусочек откусила. Ну да, видишь, яблочко ей нравится, но она немножко боится. Кушает, кушает, тихо-тихо. Я буду зайчик. Ты будешь зайчик, здрасте. Какой же ты зайчик? Зайчик у нас есть. Алис, нет, не надо кушать то, что кушала свинка. Это уже им нужно оставить тебе. Другой кусочек яблочка нужно дать. Вот как хорошо кушает. Смотри, она берет у тебя уже из рук. Видишь, уже не так боится. Вот какая умница Пеппа. Молодец. Кушает яблочко. Что, подожди, она еще не прошла. Она кушает, да. Видишь кусочки? Подожди, подожди, она жует потихонечку. Потихонечку, по чуть-чуть. Ой. Кушает. Кушает, да, умничка. Алина, ты больше не хочешь. Она еще не проживала, подожди. Не хочет больше? Хочет, хочет. Бери, бери, Пеп, бери, не бойся. Кушает, видишь? Оп, все съела. Угу. Она тебе еще кушает. Угу. Болится. Она больше не боится, мама. Ну, больше. Она не боится уже так сильно, но немножко еще боится. Ты куда побежала? Ты куда побежала, Пеппа? А? Куда ты побежала? Учехали ходить. Да, вот так. Она меня за ручки подержалась. За ручки подержалась? Она мне за ручки держится, потому что она хочет, потому что она больше и упала. Ну пусти ее бегать, а то она боится так на ручках. Опусти. Тихонько. Ну все, Алис, нужно посадить ее в клетку, а то ты ее напугаешь. Давай, она уже испугалась и устала. Давай, посади ее в клетку и насыпем покушать. Слышишь? Ребекке поставь яблочко, травку и их корм тоже. Давай. Всем пока, всем пока. Всем пока. Всем пока. Пока-пока, Пеппа, пока, Алис. Пока. Это...